Украина, Харьков, добрый день. Сегодня вторник, 23 августа, 10:47. Приехал в деревню, отдыхаю, в гостях у родичей. Решил сделать шашлык на природе. Тем более шампура, мангал и гриль есть. Вот, свининку порезал. Мякоть свининки, килограмм у нас стоит 158 гривен. Мякоть. Вот, добавил специи для шашлыка, крупную соль, еще добавлю такого лука, Марс, красный лук и грушу, самый секретный ингредиент. Груша, она дает сладкий привкус мясу, кисло-сладкий, очень вкусное будет мясо, шашлычок, я вам покажу. Вот, сейчас добавлю лук еще, Марс лук такой, могу белый добавить, но я добавляю Марс. Он полезнее и вкуснее. И цвет мясу такой придает. Чуть красноватый. Будет очень вкусно. Вот. Накрою сейчас кульком, чтобы вакуум был. И в холодное место. Ставлю на сутки. Можно и на час. Ну, часа 2-3 для свинины. Если курица, где-то час 40 минут. Вот. Ставлю на сутки в холодильник. В темное место накрываю вакуум. Все. Мясо, свининка маринуется. Все. Потом на гриле или на шампура, как хотите. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Всем пока, хорошего дня, удачи!